Ну да. Сначала я ее закрою, а потом открою, неожиданно открою. Но сначала я скажу главное. Успел я создать новый ковчег. Теперь мир спасется. Я спасусь, все спасутся, потому что я создал волшебную подушку. Смотрите, смотрите эту волшебную подушку. Смотрите, у меня там в Фейсбуке есть ссылка, ВКонтакте есть ссылка. Смотрите. Теперь сократятся кризисы и войны. Потому что сон касается всех. А волшебная подушка – это такой сон и такое пробуждение, просветление, прояснение. Сейчас начнутся новые технологии, новые отношения, новое счастье, новая жизнь. На самом деле сейчас жизнь будет меняться к лучшему, потому что давно уже назрела ситуация. Да, ключ – метод для любого человека. И для президента, компании, корпорации, страны. Для художника и спортсмена, это для всех. Я успел это сделать. Я сделал волшебную подушку. Потому что сон касается всех. А теперь вот эту картину, которую я написал. Необыкновенная картина. Я покажу. У нее очень интересное название. Чтобы все время думали, а что это такое, что за название такое. А вот она, эта картина. И она называется «Крамер». Крамер, друзья. А теперь думайте, почему?